Ради высшего блага, братья. Уничтожим эту оборону. И будет здорово. Так. Есть ли еще артиллерия? Давай еще одну артиллерию. Давай-ка сюда. Что у нас? Авиаудары перезаряжаются. Пусть пока перезаряжаются. Стелс-танки. Заняли позиции. Если кто-то будет лезть сюда, то мы уже готовы его принять. Кстати, вот этот стелс-танк тоже, он уже не нужен. А на вот той задней позиции двигается, пускай сюда. Так, а почему снова нету казарм? Кто их разгромил? Не совсем понятно. Так, артиллерия, заезжай сюда. Тут нужен-то стелс-танк, в принципе. А, нужен. Ну, пригодится. Так, руконод, еще раз. Возводится. Арт-установка, бегом. Так, а что там нам атаковали? Уходим. Походу, сейчас эта арт-установка погибнет. Да, к сожалению, она погибнет. Просто прекрасно. Стелс-танк, уходи. Есть, живы. Хорошо, где мой 9-е подразделение? Живо сюда. У нас есть инженер. И этот инженер сейчас окажет важную услугу. Девятое подразделение, живо сюда. Открываем вышку. Что у нас? Все хорошо, да? Огонь. Огонь по цели. Что у нас с казармами? Отлично, произвести, пожалуйста. Нет, назад. Давай, спецназовца. Пошли. К сожалению, невидимка видит. Поэтому нужно подождать, пока будет еще высадиться. Все, пошел назад. Давай, инженер, сюда, чини все. Да мне не нужно. Зачем уничтожают ради этот самый? Что ты, что вы уничтожаете? Вам сказано уничтожать не это. Братья, вы тупые или как? Это печально. Так, инженеры готовим. Нет, подожди, здесь не нужно, вот тут инженер нужен. У вас проблема с ресурсами. Так, 8-е подразделение готово. Готово. Отступить. Отступить. Поехали. Давай, вперед, 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 догоняй. Догоняй, догоняй. Есть.
Вот это хорошо. Артиллерия выдвигается сюда. Так, сейчас мне нужно вот тут вот разведка. И вырубить с помощью вот этой артиллерии, пожалуйста, вырубить вот это, да. Ну, хорошо. Так, я подойду сейчас, тоже помогу. Не-не-не, назад. Отодвигаемся. Отлично. Артиллерия, залп. Захватить. Отлично, убили врага. Так, вот это, пожалуйста. Восьмерка. Вырубить врага. Семерка. Что сюда? Ремонт. Есть у нас. Давай пару танков. Ну, хотя бы один. Прекрасно. Значит, все, всех отбили. Добиваем. Еще, пожалуйста, инженера. Так, этот инженер готов, да? А где моя девятка? Вертолет сюда, пожалуйста. Так, хватает на еще один инженер. Давай вот это вырубим. Нет, не туда стрелять, артиллерия. Куда ты стреляешь? Зачем туда стрелять? Вот, вот, вот наш танк. Хорошо. Ракетчик, давай сюда. Вот это очень плохо. Взяли и расстреляли. Прячься. Можно здесь ПВО, пожалуйста? Достаточно. Так. Убиваем. Прекрасно. Приехал. К инженеру отойти. Подвигайся, завод пускай ремонтируется. Пока все прекрасно. Все у нас прекрасно. Двигаемся захватывать. На самом деле нужно хотя бы еще один стелс, наверное. Очень нужны ресурсы на самом деле. Поэтому давай-ка здесь вот так вот. Поставим. Да, убей, убей вот этих. Артостановка. Не смогли дойти, да? А знаешь, кто сможет? А вот этот-то сможет? Этот сможет. Пошел сюда. Все. Пошел сюда. Что у нас, кстати, здесь еще посмотрим. Здесь, по-моему, пару танков осталось всего лишь. Итак, мы достигли цели. Высадиться. Есть, захватывай, захватывай, давай быстрее, быстрее. Отлично, успели захватить.
Но они сразу же взорвались, да? Так, уходим сюда. Значит, эти нельзя, к сожалению, аэродромы себе иметь в собственность. Это печально. А когда этих добьют уже? Так, ну раз нельзя захватить аэродромы, ну давай вот так уничтожаем. Отлично. Все. Давай добьем. Тоже противники. Это кто такой? Спрятаться? Не успел, да? Не успел. Так, там достаточно мощная сила. Убиваем. Ну, давай танк. Знаешь, огонь. Отлично. Получила повышение. Давай. Так, а где инженер бежит? Ага, он за этим самым двигается. Давай, захватывай. Еще нужны инженеры. Ну. Прекрасно. Все, здание наше. И, кстати, ресурсы, по-моему, нам принеслись. Так, разведка. Ну вот, стоит здание. Чего не атакуем? Уничтожаем. Артиллерию, к сожалению, убили, да? Пожалуйста, танковую пушку. Ремонт. А ну-ка, интересно, можно ли сзаду расстрелять все эти танки? Жалко, артиллерия была уже с лычкой. Потеряли в нужный момент артиллерию. Ага, к сожалению. Понятно. Кстати, они приносят-то нам деньги. Замечательно работает. Просто смотрим сейчас. 850. Вот, 300 принесли. Прекрасно. Убиваем. Ну, здесь вот еще орудие. Давай, производим. Так, как у нас здесь с оборонительной вышкой? Уничтожена или еще стоит? Есть, уничтожена, хорошо. Инженер, захватывай. Давай вот это убей. Тоже захватить. И еще нужны средства. Здесь, кстати, тоже не отстаем. И еще, пожалуйста, инженеров мне. И снайпера.
А где стелс-танк? Все. Нормально. Девятка. Почему ты все время там стоишь? Иди сюда, тебе приказано. Будь рядом с казармой. Вот это, пожалуйста, отремонтировать. Ну, давай, добиваем. А еще, ну давай здесь обелиск поставим. Так и быть. Что мне скромничать? Ремонт. И электростанцию, пожалуйста, сзаду. У меня есть лишние стелс-танки? Есть обычные танки. Давай-ка поехали сюда. Давай, вот, вот нужно здесь помочь. Сейчас это завершится и будет 6. Захватываем казармы. Тут, по-моему, уже все. База фактически... Ремонт. Всякая такая херня осталась. Но она тоже пригодится. Ядерный снаряд готов. Так, мы потеряли. Это плохо. Мы потеряли здание. А тут его стоит иметь. Надо будет сейчас и поставить. Так, танки. Помогите, ремонт. Вот это расстрелять, пожалуйста. Какие-то интересные машины такие. Есть. Давай, добивай, добивай. Все, отодвигаемся назад. До свидания, да? Отлично. Так, у нас есть какие-то ЕМП-гранаты. Чтобы выключать вражескую технику. Хорошо. Что у нас здесь осталось? Здесь есть какая-то оборона? Ну вот я вижу здесь. Вертолет. Высаживаем. Захватить. Здесь произвести электростанцию. Пункт ПВО. И давай-ка здесь обелиск. Кстати. Девятка, возвращаемся живо. Сюда. Средств мало. Подъезжаем. Так. Разведка. Ага, база есть. Отлично. Значит, здесь есть все-таки база. Ее нужно будет забрать. Артиллерию, пожалуйста, мне еще. Так, подразделение новое десантное готовится. Что у нас там идет? Ремонт. Так, а почему все эти самые танки? Огонь.
Огонь. Есть. Давай, давай, давай его. А то приехал здесь. Все? Как приехал, так и уехал. Так, теперь бы отремонтировать. Давай вот эти два стелс-танка. Пожалуйста, на ремонтную площадку зайти. Вот эта артиллерия двигается сюда и будет охранять вот тут вот позицию. Подожди, а зачем казарм... Зачем вот это расстреливать? Это не совсем понимаю. Ну давай. Нормально? Двигайтесь сюда. Что у нас с электроэнергией? Нормально. Давай здесь еще электричество. И... Пожалуйста, вот эти вот штуки нужны в большом количестве. Пока авиации не могу ударить, было бы неплохо. Смотрим, что у нас у них здесь есть. Installation complete. Хорошие войска. Так. Пожалуйста, вот сюда. Все? Успокоили, да? Отлично. Где наши отремонтированные стелс-танки? Пошли сюда. О-о-о! О-о-о. Вот это вот проблема. Ты смотри, как они не хотят. Опускать. Давай, мочи их. Огонь! Все, спрятаться. Unit lost. Артиллерия. Огонь. Артиллерию, к сожалению, сейчас уничтожат. Так, давай-ка здесь еще, пожалуйста, пушку. Building. Как там мы? Стелс-танки. Ну, помогают, серьезно помогают. Есть, уничтожен. И давай еще одного. Отлично, уничтожили. Мамонтанки на ремонт. Пошли, что у нас по средствам? Есть немножко, давай пару стелс-танков. Еще одну электростанцию сюда, вот. Вот так вот. Поставим. Увеличиваем число электроэнергии. Отлично. Так, авиация готова к удару. Пошли сюда. У нас есть здесь артиллерия готова. Еще артиллерия. Двигаемся.
Не добили. Так. А где у нас девятка? Можно высадить вот сюда. Скажи, что у нас с обелисками. С обелисками все прекрасно. Ну там два обелиска справятся, это точно. Опа. Кто-то с этой стороны. Так, восьмерка. Пойди помоги обнаружить, где здесь проблемы есть. Девятка, высаживаем снайпера. Семеркой. Пошли сейчас разбираться. Да-да-да, я понял. Все? Отлично. Восьмерка, возвращайтесь на аэродромы. Мне нужны еще Апачи. Все, вперед. Давай-ка здесь разведку. Вот, отлично. Нормально. Все хорошо, ребят. Никаких вопросов, да, нет? Давай сюда. Отлично. Знаешь, мне нужно все-таки пару танков здесь. Отлично, я это захвачу. Давай сюда. Гранатометчики. Да-да-да-да-да. Прекрасно. Есть. Это то, что и нужно было. Артиллерия выдвигается сюда. Танки тоже сюда. Так, а кто откуда стреляет? Восьмерка, пожалуйста, сюда. Вот у нас восьмерка. Пошли сюда. Давай защищайте вот этот район. Ну так, на всякий случай. Стелс-танки у меня есть. Пожалуйста, пару стелс-танков для разведки. В этой зоне они нужны. Вот, отлично. Значит, есть пару танков. Нет, сюда пошли. Куда вы? Вот где-то здесь какой-то мудак стреляет. Вот. Вот, пожалуйста, оборону здесь держать. Можно перезарядиться даже. Чё? Чё тут отказывать? Перезарядки. Разведка. Отремонтировались, да? Можно две артиллерии. Пожалуйста, убить. А что там? Они еще и против ПВО, ничего себе. Не против этой самой техники. Сюда поехали убивать вот эти хамера долбаные. Вперед. Давай. Можно мне артиллерию пока отодвинуть назад? Чё, артиллерию потерял, да?
Угу. Еще танки сюда. Так, это кто? Это вражеский. Опаньки. Ну давай, снайпер на снайпер. Посмотрим, кто кого. Так, я победил. Уходим. Ну, артиллерия будет держаться нормально. Пиваем так. Пару артиллерии. Двигаемся сюда. Ну и... Так. Поехали разбираться. Пускай это будет второй отряд. Сейчас разберемся с ними. Ну и готов ядерный удар. Не смей стрелять по Багдаду, да? Лучше вместе долбанем по Вашингтону. Так. То есть таки уничтожили. Вот у нас кто. Отлично. Мир силой, братья. Мир силой.